необходимо. Сейчас, подождите. Юра, значит, тело вы грузите в ранчеры. Вот вы сейчас его поднимаете, я брик убираю. И мы грузим его в ранчер. А может ранчер подогнать сюда? Да, да, снимите вон оттуда брик один, 46-й или что-то. Номер не определен. Хорошо. Все, я снял брик, я убрал брик. Все, подгоняй ранчер, грузим его. Сейчас я вызову механика, он заберет машину. Машину мы тоже отправим на экспертизу. А ты уверен, что есть механики? Нет, но я думаю, один-то найдется. И какой у них там номер только? Я ставлю только шестерки. Я знаю, где вижу. Сейчас, стой, не стой. Там Юра, который дал СПД, ему не звони, потому что он спит в госпитале. Я не знаю, какой свободный, но тут вообще никто не берет, походу. Я вроде катался сегодня, видел механика. А, все, одного вызвал. Может приедет, может не приедет. Не знаю, что делать. Вручную. Юра, этот Валера сейчас в отпуске, что ли? Какой Валера? А, этот. Ну, вроде как, да. Все, хорошо. Так. Значит, кто-нибудь один из ПДшников, вы аккуратненько тачки свои расставьте, ФБР тоже относится. Вот, один человек. Джонатан, иди тачки нормально расставь, чтобы не было такого бардака. А то все это... Пошла. Тут ЛВПД. Сори. Все, хорошо, увозим. И я так чувствую, никто не приедет, поэтому тачку... Не знаю, что я делать с тачкой. Вот. Давай релокнем, давай релокнем, Декс. Что? Давай релокнем. Блин, не все вместе. Еще раз. А, ваш заказ инкубатора не был принят. Попробуйте вызвать. Ну вот, все, поехали. Ладно, давайте я ее просто отвезу, поеду. Это же вызвать. Короче, труп везем в бюро. А потом в морг, ну, на кладбище. А может кто-нибудь сядет за руль, пожалуйста? Все, едем. Вот за это, тачки. Короче, едем в бюро. Труп везете в бюро, выкладываете его там. Мы его быстренько оформляем и везем в бюро. Ах ты, нет! Нет, нет, наоборот, наоборот. Везем в ЛСПД труп, там его оформляем и везем здесь же в ЛС на кладбище. Реки, изучи меня. Им там, у вас там. Вот и все, короче, в ЛСПД все. Чебрики, чебрики. Да, кстати. Это Денис. А. Кто А? Ты сказал, Денис сказал А. Смотри. Я Муну спросил, он пишет, короче. Если отчет не оставит в субботу лидера, я... Да, я уже купил специально сказал, что на днях снимет, если появится. Так, ребят, вы парковаться умеете? Чё за фигня? Волков. Что с Волков? Тут два Волковых, ну ладно. Тут три Волковых. Нормально. Я подумал, ты уволился из ПД. Какой? Я уже... Ты ушел, меня повысили. Потом я уже один отчет достал, уже этот, блядь, повысят, ебать. Короче, ну, ладно, конечно, я задрошу сам. Ничего не знаю. Все, быстренько несите его, оформляйте, вот, допустим, да в любую комнату, где здесь есть компы, вот, процесс, я не знаю для чего, но тут его оформляйте быстро и накладывайте. А у него же 23, Денис, да? Кто у кого? Один из двух. Один из трех. Что-то как-то быстро сливаются. Шеф, что с ними делать? Да пусть сливаются, блин, три дня сразу в отпуск. Их надо, блядь, в жопу ебать, и все. Конец. Труп несете в само здание ЛСПД и заносите его в комнату в процессе. Тут его регистрируете по компу, что он умер, отправляете отчет в штат Оникс, что он умер. Ну, в общем, ПРП все. Напишите, он застрелил. Почему оформляете, потом обратно грузите его в тачку. Как работает русская полиция? Легко.
Он застрелился. Эй, эй, сюда, Рики, Кэфри, сюда. Вот, в комнате процесс. Это как в России, блядь, преступников ловят. Сказал сразу, что сразу по нему хуя начинают. Если бы у нас так преступников ловили, у нас бы вообще не было никакой преступности. Да. Да просто бы нарада не было, просто было бы пустое место на кременты. А, сегодня же 2 число, да? Да. Охуительно мне вечером в ГАИ. В ГАИ хуярить. Почему? Охуительно, блядь. Так, машину забрать надо, она на штрафстоянке стоит. Юр, куда там отправить надо было? Ты говорил, что? Просто регистрируйте его в системе, что он будет, и всё. И грузите его. Сейчас пришло, оба. Блять, я говорю, что права, блять, выдали. Купил права. Хуя они нужны, кому они нужны? Чтоб сам ты, блядь, чтоб там, чтоб жизнь. Ага, а кто в лоту на инфосере ёбнулся, а? Денис, кто ёбнулся, я? Вот. И я. Вот это поворот. Где поворот? Куда? Короче, я пошел, брат, с вами. Я до сих пор в магазин пошел, я. Сука. Блядь, я покурил, брат, сигареты, сука, закончились. Сука. А, Юра тоже курит. Я знаю все. Про Юру все знают. Смотри, молчи. Молчи, молчи. Юра, чё ты молчишь? Он в АПК стоит вообще. Лежит. Он походу пошёл курить. Денис, чё, в натуре этот? И Макс, и Влад собираются в этот возвращаться, что ли? Это кто тут пришёл? Сейчас, чё? Влад? Волков и Макс Волков собрались возвращаться в ПД. Насчет Влада, Макс... да, он лидер постанет, господи, ну я тут. Макс не знает. А где Влад сейчас стоит? Он, я не знаю, он сейчас ищет, это, как сказать, притулок. В этот, где-то, чтобы на 4-й ранг встать. Он на смэче. Ну да, чтобы потом, на типа там надо писать с 4-й ранговый. Третий МВД и ФБР, и 4-й ранг, все другие госы. Не знаю, что это. Помоги, вообще, если МВД один уже написал. Пятерочка, блядь, чёрта школы. Стой, 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 уезжай. Чё, Юра, покурил? Я вообще за чаем ходил? Ну я чуть не угадал, ладно. Йор, труп, этот, труп в морге? Ну да, вот это, где кладбище у нас. На ладно. Что? А где кладбище хорошее? Сейчас, вот, за премьеру. Стоп. Сейчас. Ой, мой бывший начальник, да. Опа, дала подписи. На кого? Сидящего администратора за МВД. Ух ты, брат. А что он сделал? Что он творил? Он просто не поставил ЛСПГ. Ооо. Поставил. Ты знаешь, что написал? Наша общая знакомая. Ну, я думаю, там не показывают. Там опять. Все три. Юра, ты понял просто. Воу-воу-воу, куда раньше-то? Ладно. Вон в здание его несите, в здание. Здесь просто могила, вы его в здание несите. А может раз там что-то подгоняйте? Подгоняйте машину с трупом, а все остальные машины встаньте аккуратно.
Че вы, я не знаю, прям ходить будет. Все, заносите, и там его на столе оставляете. И оставляете мат. Родригес, отойди. И оставляете мат, что он там все, скончался. Потом типа его работники можно забирать. Кстати, жалко, что у нас морга нет. У нас и по смерти нет. Поэтому без смысла. У нас типа ничего. Было бы прикольно, если было такое, типа, обычное оружие, допустим, с которого ты просто можешь человека, ну, он попадет в больницу, и крупнокалиберное, но оно было очень таким, как бы, запретом, и его было сложно достать. Вот из него можно было бы человека реально поубить. Да, бля, я загребал постоянно. Что с электронкой? Че? Где труп-то, алло? А где труп? Вы что, труп? Его по пути не уронили? Ребят, где труп? Я без шуток, где труп? Убежал. Вот сюда его клади, и сейчас я брейк поставлю. Вот сюда, где я стою. А, хотя нет, ты клади его, залезай и ставь брейк. Два. И все. Стыд перебирать.